С вами Алексей Ницца, и сегодня я расскажу о том, как быстро визуализировать данные на карте с помощью Batch Geo. Batch Geo – это простой онлайн-сервис, основная задача которого – нанести метки на карту из ваших данных, причем сервис не требует регистрации. Все, что нужно сделать, это пройти 3 шага, после чего вы получите карту с данными. У Batch Geo есть основное окно, куда нужно скопировать данные. Например, у меня есть таблица с данными о женщинах-лауреатах Нобелевской премии, кто и когда получал премию, в какой науке. Я просто копирую нужные данные и вставляю в поле сервиса. Можно сразу создать карту или посмотреть настройки и проверить данные, а также изменить подложку карты, тип маркеров и добавить сортировку данных, в моем случае по типу науки. После этого можно создать карту, которая генерируется буквально за несколько секунд. Можно посмотреть, все ли правильно отображается, и сохранить карту. Для этого нужно ввести название, описание карты и свой mail, а также указать, будет ли она доступна всем или только авторам карты. В конце я нажимаю «Сохранить карту». Сразу же после этого мне приходит электронное письмо, ссылка на мою карту и ссылка, по которой я могу вносить правки. Здесь я могу изменить имя ссылки, а также скопировать код для размещения карты на своем сайте. Таким образом, с помощью онлайн-сервиса Batch Geo можно без регистрации в считанные минуты визуализировать данные на карте, а также разместить ее на своем сайте.